Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, зрительницы и подписчицы канала. Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Я приглашаю вас присоединиться к вязанию нового проекта. Данную модель кофточки я нашла на просторах интернета и хочу ее связать для себя, а также пригласить вас к совместному вязанию на моем канале. Если вам понравилась данная модель кофточки, то напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео «Буду вязать» и поставьте лайк, а также можете предложить название для нового проекта. Я планирую снять подробный мастер-класс по вязанию. Мастер-класс будет состоять из нескольких частей. Части будут состоять из видеоуроков обучающих, где я буду показывать и рассказывать всю технологию, весь процесс вязания и создания данной модели кофточки. Кофточку на данный момент выбрала я, так как она мне очень понравилась. И в этом году в тренде модели одежды оверсайз, который на 2-3 размера больше размера, который вы носите. И предлагаю вам связать очень модную, красивую летнюю обновку, так как лето уже не за горами. И у нас есть сейчас время, пока идет самоизоляция, карантин, связать себе очень много красивых летних вещей. И давайте мы с вами продолжим совместное вязание. Мы на канале вяжем уже несколько проектов. Это один из новых проектов. Будет еще один, который я вам уже ранее показывала. И будем с вами в ближайшее время вязать два новых проекта. Данная модель кофточки подойдет абсолютно всем. Можно связать ее и для девочки, для девушки, женщин, независимо от возраста, типа фигуры и также полноты. Это очень свободная модель, и подойдет она для абсолютно для любого размера одежды. А как связать на большой размер 50+, я вам все подробно расскажу и покажу в обучающих мастер-классах. Данную модель кофточки можно носить с юбкой, с летними брюками, джинсами, леггинсами, кроссовками, босоножками, туфлями, с любой обувью, и также сочетать с любым низом. Я буду вязать кофточку, а вы по желанию можете связать для себя тунику. Тоже будет очень неплохо и красиво смотреться. Так как у меня пряжи, запасы уже мои исчерпались, выбор невелик. Во время карантина я не могу себе сейчас купить пряжу. Нет такой возможности у меня. Буду ждать, когда закончится карантин, и обновлю себе запасы пряжи. А пока буду вязать из того, что у меня есть в наличии. Вот у меня есть небольшой запас в остатках пряжи конопляная. Я из нее уже вяжу проект «Васильковое поле». И буду вязать данную модель кофточки. Название я еще не придумала. Жду ваши предложения под этим видео в комментариях. Давайте выберем вместе с вами название для нового проекта. Цвет пряжи у меня 05 голубой. Это летняя серия. Торговая марка «Пехорка». Метраж у пряжи 280 метров, 50 грамм. И очень хороший состав, 30% конопля и 70% хлопок. Крючок для этой пряжи я выбрала номер 2, Clover Soft Touch. У меня есть в наличии цвет голубой. Всего получается 2 упаковки, в упаковке 5 мотков по 50 грамм, то есть вес упаковки получается 250 грамм.
у меня есть 500 грамм пряжи, и мне точно хватит на вот эту свободную кофточку. Также у меня есть черный цвет, но так как я планирую подготовить для вас подробно обучающий мастер-класс, то нитью черного цвета неудобно показывать, и вам будет плохо видно весь процесс вязания. Это я из нее что-нибудь свяжу уже для себя без мастер-класса. А сейчас я планирую вот начать новый проект, вязать из этой пряжи. Она у меня еще не обработана. Таким образом она выглядит до обработки. Я ее планирую сейчас обработать. Как я это делаю, вы можете посмотреть видео на моем канале. Тоже по просьбе подписчиц моих я сняла видео и поделилась своим секретом, каким образом я перед началом вязания обрабатываю пряжу. Проходите по ссылочке, также есть ссылка в всплывающей подсказке, есть ссылка в описании под видео, и смотрите. Я пряжу планирую сегодня обработать, она мне будет сохнуть где-то 2-3 дня, и скорее всего на следующей неделе мы начинаем с вами вязать новый проект. Я начну без вас посмотрю, что у меня получается, и уже со следующей недели, скорее всего, я буду уже снимать мастер-класс подробный. И напоминаю, что если вы хотите присоединиться к вязанию нового проекта, напишите в комментариях под этим видео «Буду вязать» и поставьте обязательно лайк. По количеству лайков, классов и комментариев я уже определяюсь, интересна вам эта модель или нет, будете вы вязать вместе со мной или нет. И потом же также я приглашу вас на мастер-класс, отправлю вам приглашение. Рукодельницы, которые вяжут вместе со мной кофточку Белоснежка, прошу вас написать мне в комментариях под последней частью мастер-класса, что вы закончили вязать рукава. Я буду снимать для вас мастер-класс, каким образом связать росток. А те рукодельницы, которые вяжут вместе со мной проект «Васильковое поле», тоже во второй части мастер-класса напишите мне, пожалуйста, что вы закончили вязать основное полотно кофточки, и мы приступим с вами к вязанию рукава. Я покажу вам всю технологию и процесс вязания данной модели и продолжим вязать с вами. Остановились мы на основной части вязания кофточки основного полотна. Жду ваши комментарии под видео, где мы вяжем васильковое поле. Это у нас вторая часть. Пишите, что вы закончили вязать. Так как у нас совместное вязание, мы вяжем вместе с вами на канале. Я жду участниц, когда вы закончите определенный этап работы. Так как у нас у всех с вами вкусы разные, предпочтения разные, то я на канале вяжу одновременно несколько проектов и предлагаю вам вязать вместе со мной. Вы уже сами выбираете и решаете, что вы вяжете. Я одновременно запущу несколько проектов и будем с вами вязать на канале в дружной компании рукодельниц. Также я хочу вам показать новый проект, над которым я сейчас работаю, пока жду рукодельниц, когда они довяжут те проекты, которые мы вместе вяжем на канале. Вяжу такую кофточку, я вам тоже ее показывала и просила проголосовать, будете вы вязать или нет. И в комментариях под видео, где я показывала вот эту кофточку, была просьба, чтобы связать ее регланом сверху вниз. Вот я уже начала вязать, вяжу я на размер 48-50, так как у меня очень мало пряжи. В остатках было всего лишь 3 мотка. Это пряжа Назар, называется она Ассоль. Я вязала из нее платье, и вот у меня всего лишь осталось 2 моточка.
Это очень тонкая пряжа, 500 грамм, 500 метров в 50 граммах. И состав 100% хлопок, очень мягкая пряжа, хорошего качества. Страна производства Турция, она мне очень нравится. Но единственный недостаток, что у этой пряжи медленно вяжется она, так как большой метраж, вяжу я крючком номер 1,5. И зато изделия, вязаные работы, получаются из нее очень красивые, нежные, ажурные. Таким образом у меня смотрится рисунок. Давайте покажу вам на просвет. Вот. Связала я до уровня, то есть уже ниже уровня рукава. И если мне не хватит пряжи, то у меня еще есть моток, только уже белого цвета. И, скорее всего, я сделаю обвязку горловины белым цветом рукава и низ кофточки. Посмотрю, может быть, будет интересно и красиво смотреться. Вот такой вот остаток у меня остался. А мне еще необходимо довязать тело кофточки, выполнить росток, связать, так как некрасиво смотрится. Здесь вот у меня широкий вырез горловины. И вот она связана регланом сверху вниз. Здесь вот нет регланных линий. Я подстроила узор таким образом, чтобы у меня расширялась кокетка. И явно выраженных и четких регланных линий нет, так как у меня узор, он уже встроен в линию кокетки и вот расширяется за счет добавления рапортов узора. Вот этот проект, это текущий проект, над которым я сейчас работаю. На мастер-класс я делала только по вязанию узора. Потом, когда свяжу, я планирую вам показать готовую работу, как она смотрится на манекене. И если у вас будет желание связать, то напишите мне, и я вам расскажу весь процесс и технологию вязания данной модели кофточки. Планирую ее скоро закончить в ближайшее время, постирать, отпарить и все вам покажу, каким она образом смотрится. Это у меня текущий проект. И приглашаю вас, заранее приглашаю, пока у меня сохнет пряжа, присоединиться к двум новым проектам, которые стартуют уже на следующей неделе. Выбирайте пряжу для вязания. И будем вязать вместе с вами на моем канале. Спасибо, что смотрите мои видео до конца. Я стараюсь для вас каждый день практически снимать обучающие видеоуроки и мастер-классы. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Я рада каждому новому подписчику и подписчице. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.